Эта малышка отпраздновала свое двухлетие. На следующий день ее мать заметила на лице дочери странную сыпь. Это было началом кошмарной истории. 8 месяцев потребовалось врачам, чтобы понять, откуда она взялась, эта сыпь. Ее состояние ухудшалось, теперь ее лицо было покрыто волдырями. Одежда малышки была постоянно испачкана кровью. Мать не могла с ней гулять, опасаясь чужих взглядов и бессердечных комментариев. Сначала врачи думали, что у девочки аллергия, но никакие лекарства ей не помогали. В конце концов, девочку госпитализировали. Она не могла есть, и ее подключили к капельнице. Мать перебирала в уме все события, предшествовавшие появлению сыпи, пытаясь найти причину. И вот, спустя 8 месяцев после первого инцидента, мама вспомнила, что на дне рождения девочку поцеловал родственник. Она сообщила это врачам, и они поняли, что девочка заразилась вирусом герпеса первого типа. Наконец-то врачи смогли назначить ей нужное лечение. Вскоре малышка пошла на поправку и смогла самостоятельно есть. Теперь мать хочет предупредить всех родителей, чтобы они не позволяли никому целовать детей. Герпес невидим, и кто угодно может оказаться его носителем, а малыши очень остро на него реагируют. Если вам понравилось данное видео, оцените его, пожалуйста, лайком и напишите в комментариях ваше мнение. Большое спасибо за просмотр.